А музыка не же надо, чтобы было нормально. Я ее не... Да, да, все в порядке. Все хорошо. Спокойной ночи. Да ладно, без него можно что-то. Как бы немножко не кидать людей. Спасибо. Утро в городе доброе, желаю всем хорошей, приятной, позитивной игры. Первый игрок, господин Ведьмак, ваша минута. Я слушал эту песню, вот, это возмущение девушки, которая говорит, я дон, типа вы меня не слушаете, она нарастающая, то есть начинается все спокойно, типа мы победим, все нормально, там делать какую-то договорку, потом я дон, типа что вы спорите со мной, следующий куплет более такой вот направленный, да, это скорее всего она пела, выставляю два, вот сразу два пусть пилится и нечего тут доном играть. С вами кто в команде, я в ней определившийся красный с черным? Нет? Между прочим, 9,6 это перевернутые цифры, которые вот так вот красный, вот так черный. То есть какой я делаю вывод? Учитывая, что вы красно-черный, учитывая, что у вас 6,9, то, скорее всего, кто-то из вас красный, а кто-то из вас черный. То есть у вас типичный разноцвет шестерки и девятки, как и одежда. Даже если вы снимете это, все равно это не поможет. Поэтому не надо пытаться. Да, и вот да, и красные трусы я тоже. Вот видите, я сразу понимаю, о чем идет речь по вашим жестам. 10 секунд. А у вас какие? Зеленые. Нет, это не считается. Вот, все. Мы определились с командой. 2-6-9, команда. Я не думаю, что если 6-9 сейчас снимут одежду, мы продолжим играть в привычном росте. Минуты 2. Выставляю 1. Вот. Вы понимаете, что 1 это черный игрок. Он на своей речи несколько раз признался, что он дон. Он просто сидел такой, я дон. Но это просто понятно, что он признается черным и пытается атаковать красным игроком. Я красный игрок. Я не знаю, конечно, кто 6-9, но думаю, что они тоже красные и удивляются от такой наглости черных, атаковать их просто сразу же. Ладно, если по речи, она была такая позитивная на самом деле, эмоционал забавный, скажем так.
Вот. Но цвета вам этого никакого не дает. Вот, поскольку тем более вы еще и признались на своей речи, я пока что с вами не поиграю. Вот. Не в красный, в черный, просто серый гроб. Я хочу послушать на папиле, больше позицию услышать, а не то, что сейчас было на речи. Вот. По поводу переоткрытия за столом. Я ходила в оптику, и там была женщина такая специфическая. Вот она работает 33 года в оптике, и это просто ужас. Она меня морально продавливала. Она мной манипулировала, чтобы я купила у нее оправу. Я говорю, вам не нравится. Она такая, ну ты понимаешь, мне придется купить там коробку. Я начинаю порой манипулировать. И у вас время. Спасибо, минута три. Да, во-первых, есть и в черную сторону какие-то аргументы, и за красную сторону. За черную сторону, что... Ну вот и речь в основном была импровизация, да, и плюс вот это дон-дон-дон, это все говорит как бы, за черную карту. А за красную, что общался со столом, шутка про 6 идей мне очень понравилась, так совпало. В принципе, это в красную сторону. Больше мне нравится позитивный настрой, больше в красную сторону, но пока что я не буду. Игрок на второй подметил, немножко объехал первого игрока, то есть это плюс. Но при этом не сильно продавливает, не называет его черным. То есть говорит, что он серый, тоже плюс, ну и позитивный тоже настрой. Но при этом я очень редко попадаю в игрока номер два, поэтому оставлю больше в красную сторону. У меня 1.2 примерно на одном уровне покраснее, но играть я не буду, просто потому что второго немного боюсь, а у первого есть. И у вас время. Спасибо, минута 4. Ладно, давайте по порядку. Игрок номер один. Мне речь вполне устраивает. Вот то, что сказали по вам по поводу того, что там речь импровизационная. Мне кажется, что это не аргумент, кстати говоря, в черную сторону, потому что, ну, это опытный игрок, он мог и как придумать речь даже вот за 10 секунд, когда он спал. То есть у него это точно, короче, не, никак не указывает то, что он импровизирует, то, что он черный игрок. А по эмоционалу вполне спокойно, но тоже, это тоже не аргумент в красную сторону, потому что еще раз, он опытный игрок, эмоционал может подделать. Вот, поэтому я игрока номер один оставляю за скобками, игрок номер два. Речь также не дала мне никакого цвета, вот, тоже у вас просто эмоционал красный и все, не более. Кстати, еще 1-2 точно не вместе черные, потому что они не стали, мне кажется, друг друга выставлять. Вот, это как-то, ну, странно было бы за двое черных. На попил, да, но вы не вместе черные, значит. Вы пилитесь. Ну да, я понял, без проблем. И у вас время, спасибо, минута 5. Знаете, когда меня много просмешивают, какие не вместе черные, вы почему-то с мыслью, что я пытаюсь эту мысль продавить. Потому что они не вместе черные. Может, кажется, не вместе черные, поэтому они будут так говорить, что два. То есть не вместе черные, оказывается, ребята, что происходит, как они будут сесть в девятке. Пока 1-2 просто странно себя повели, потому что первый странно сказал, что выставил 2, не понял, что он выставил 2, речь вообще не дает для света. 2 переобулось много раз в речь, когда она сказала, первый точно дон, потом первый скорее позитивно поговорил, потом первый серый, короче, не знаю. Ну, ты сказал 1-2 больше красный, на одном уровне, поэтому пока. Да. Если я потерял 2, то есть все претензии к 2 уходят к третьему. Сразу это более странные. Но пытался хотя бы копаться, наверное. Четвертого же, то есть как бы. Дальше в красках не так. Пока какой-то бред происходит для меня. Не хочу все этим разбираться. Наверное, 5 нам будет твой вариант. 10 секунд. Где, наверное, 1-2 краснее. То есть напили 1-2 или 5, либо. И у вас время. Спасибо, минута 6. Ну, короче, проиграю 3-4. 1-2 у меня будут серые, где между 1-2 и 1 будет краснее. Не знаю, мне чисто эмоционально понравился больше 1, чем 2. Вот так вот. Смотрите, 3 беру, потому что понравился разбор, как минимум. Плюс аргументы в красную, в черную сторону. То есть было видно, что он копался, заполнил речь. 4 чисто для себя нашел красный. Может, я, конечно, ошибся, но пока что по 4 посчитаю красный. И 5, смотрите, до того, как он сыграл 5-0, мне нравился его разбор, но по поводу 5 я не буду его брать, потому что я считаю, что типа можно хоть кого-то взять, или кого-то между 1-2, или 3-4. Поэтому 5 я пока что не беру, но разбор до позиции был неплохим. То есть играю 3-4. Все, спасибо, пас. Спасибо и вам, минута 7. Ну, по имени сказали, да, что эмоционал хороший, и импровизация, и все вот это. Да, это все хорошо, но это может быть за любую карту. А 2 стало продавливать вот эту тему, вот он сам признается, вот он же черный, а один выставляет при этом 2 и называет ее черной.
То есть они друг друга выставляют, при этом два сначала топят, что вот один признается, а потом она говорит, ну я не знаю, я не разобралась, он какой-то серый. То есть и то есть двойку колбасит так, что я бы действительно поделила бы один и два и вообще бы подняла, потому что я вижу это как... Ну, не знаю, потому что 4 высказывает мысль, что 1-2 не вместе черные, раз они друг друга выставляют. Сейчас вот ближе к концу стола, один покажет, что он не хочет пилиться с 2, а хочет пилиться там с кем-то. И все, и нет, попила 1-2, то есть это вполне могут быть 2 черных. Так что это для меня не аргумент. 3 говорит, что 1-2 у него покраснеет, 5 в этом прав, что тогда вся вот эта чернота 1-2, она переходит на 2. 10 секунд. 3 мне понравились, я с ними не согласна, но имеет право на такую позицию. То есть я поиграю 5-7, при этом не против 3-4-6. И у вас время, спасибо, минута 8. Доброе утро, город, по порядку. Один, ну, может быть, обычная его манера, он может за красного поиграть, чтобы спровоцировать черных, чтобы посмотреть, что это будет топить. В общем, по нему невозможно разобраться сейчас. 2, действительно, то, что вы говорили, полностью с моими наблюдениями совпадает. Сначала 2 говорил, один черный, а в конце своей речи сказал, он серый. То есть она так была уверена, что он черный, а потом просто съехала с этой мысли. 3 мне понравился, с 3 я поиграю. 4 хорошо говорил, единственное, что меня перегернуло в прошлый вечер, когда вы были красным игроком, и вы говорили, сидели на десятке, сказали, один сказал импровизационную речь на единице, это по-черному. А сейчас вы утверждали, что это по-красному. Вот это подозрительно. То есть поэтому я вот играю 3, 4, 6, но 4 для меня менее красный. 3, 6, 4 наименее красный. Это моя команда 3, 4, 6. Притом 4 я слегка подозреваю. И у вас время, спасибо, минута 9. Смотрите, я за то, чтобы на попил больше никто не выставлялся, чтобы не было слома, потому что у вас выставлена первая кандидатура 2, и в нее могут пойти руки, и это будет проблема. Ну, короче, он выставит, вот все, смотрите, 1-2, один поговорил эмоционально, нормально, как и 2, то есть они были на веселе, но эту речь вообще никак не оценить, поэтому 1-2 у меня за скобками, надо слушать на попиле. Дальше, мне очень понравилась часть стола 4-6-7, 3 у меня немножко под подозрениями за аргумент от пятерки и семерки, то, что вот все претензии должны идти к нему, то есть его надо еще раз переслушать, вот. Мне 4 очень понравилось, мне показалось, что он по-красному рассуждал. 6 поговорил неплохо и взял нормальную команду, которая меня устраивает. 5, не против 5, но его берет 7, которая мне понравилась, поэтому 10 секунд. Он у меня тоже идет более в красную сторону. 8, мне он показался очень нехорошим аргументом, про 4 был сказан, это как-то очень подозрительно, и его поправили. И у вас время, спасибо, минуты 10. Так, один вы хотите делиться с 5, выставляю 5, принято 2 5. Сумм с 2 по 6 в 1, остальные сидят, голосуют в 5. Хотел поместить игрок номер один. Вы так часто говорили «дон», все этому пытались придать какое-то значение. Я просто подумал, что вы фанат Рамзана Кадырова. Но это ладно, так, отступление. По столу изначально по географии мне понравился 4. Мне понравился аргумент 4. Он, конечно, успел высказаться про 3, поэтому я потом переспрашивал. Я подумал, что он играет 4-0. Он играет 4-3, хорошо. Поэтому я в первую очередь беру 4, потом у нас получается включается 3. Также 6 высказался, что его устраивает такая команда, с чем я с ним согласен. Но также я согласен с игроком 9, что аргумент 8 против 4 за то, что импровизацию единицы крайне странноватый. Да, импровизация, как по мне, вообще не показатель. Импровизация — это субъективная вещь, поэтому 8 я не беру. И у вас время, спасибо. Итак, после всех выступлений мы переходим на голосование. Убрали руки, локти с игрового стола. Не жестикулируем. На голосовании игроки. 2, 1, 5. Голосуются в порядке 2, 1, 5. 2, кто за то, чтобы город покинул, игрок номер 2. Игрок номер 6, предупреждение. 1, кто за то, чтобы город покинул, игрок номер 1. Спасибо, это 5 голосов. И 5 голосов отходит 5-му игроку. Автокатастрофа 1, 5, по 30 секунд. Господин Ведьмак, 30 секунд. Прежде всего, 5 проиграл 5-0, и мне хотели послушать, что он поговорит по остальным. То, что я для себя нахожу команду 4-2, я не считаю таким уж черным. Насчет «Дон» это я сказал, то, что в песне было «Дон», как бы. Поэтому тот, кто не заметил, что это было про песню, мне очень жаль. Ничего страшного.
Теперь 7 все поняла, все правильно рассуждала. И насчет 1-2, что они могут быть в одной черной команде. Я бы сказал, что их в принципе можно, если так пилить 1-2, то их можно. Но это в том случае, если мы зарубились. То есть для меня 7 рассуждала очень правильно, хоть она не взяла меня в команду, но я рассудил бы правильно. Я не понимаю, почему проверка идет на 8. И я у считаю, вас это более активная проверка. Время. Спасибо. Господин Циник, 30 секунд. Поэтому я взял 5, например, была куча 2. Игрок 1-2, 2-3, 1-3, куча 2, где меня было. Не было красного цвета, понятного, поэтому. Там для меня, ну, в принципе, 10 понравился, 7 понравилось, 8 не очень. Ну, тут как бы там и один черный, скорее всего, просто меня. Я проверил, ну, 8 проверить не смысл, нет смысла, они дают цветов просто. 5 секунд. Проверить кого? И у вас время. Спасибо. И мы прекратили жестикулировать, убрали руки, локти с игрового стола. На голосование игроки 1-5 голосуются в порядке 1-5-1. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 1? Спасибо, это 5 голосов. И 5 голосов уходит пятому игроку. Кто за то, чтобы оба игрока покинули город? 1 голос. Этого недостаточно. Город уходит в ночь. Город. Утро недоброе для мафии в городе Промах. А стол открывает игрок номер 2, госпожа Ким. Ну, слушайте, даже прекрасно. Ладно, почему я хотела проверить 8, объясняю, почему показала проверку. Не то, что не только из-за того, что он в 4 вступил, это тоже было самое подозрительное, а то, что, ну, ладно, если я не поняла мою шутку про то, что один дом, ну, вы не понимаете, что так, это уже такое странное. Поэтому я не топила в один, сказала, что он серый, потому что я вначале просто пошутила, он как бы шуточно в меня въехал, я шуточно въехала в один. У меня не было такого сильного отопления. По поводу 3, не знаю, почему вы подозреваете, говорите, что вся чернота приходит в 3, потому что у него позиция 1-2 покраснее, но не брать их в команду, потому что может, типа, он не сильно хорошо разбирается в состав. А для меня это не подозрительно. Для меня больше подозрительно. Игрок номер 5. Для меня 5 на проверке не надо было. Представляю, как номер 5 пока что. 5 принято. А, блин, надо было принять, я забыла, что... Ладно, я просто думала, что голосовать. Да, я просто думала, что голосовать, и просто забыла, что у нас 10 человек за столом сидит. Вот, и поэтому для меня проверки 5 не бессмысленно, потому что вдруг, там, если 5 идется красным, это будет очень плохо, поэтому для меня 5 это больше на голосование. Мне не нравилось, но речь типа до попила и на попили, мне не понравилось. Мне понравилось 1 на попили больше, чем 5, поэтому для меня 5 очень сильно подозрительно. И у вас время, спасибо, минута 3. Мы поддерживаем выставление игрока номер 5. 5 нас начинает развивать. Пока что у меня подозрение на 5, 5 начинает развивать. Паранойя, что якобы я поддерживаю 1-2, 1-2 вместе и черные, и, не знаю, черные, красные, чернота переходит ко мне. То же самое подхватывает 7, то же самое подхватывает 9. То есть откуда 1-2, почему я черный? Потому что я называю 1-2 красным. А почему 5 не черный, когда называю 3-4 красный? Почему 3-4 не могут быть вместе черными? Почему, не знаю, 9-10 не может быть черными? Это какой-то аргумент такой? Мусорный. И 7 это подхватывает, и 9 это подхватывает. 9 еще просит проверку. И в 3-8. Я играю с 8, я играю с 6, вообще красавчик, как всегда.
4, который взял мои аргументы, перевернул, но какая-то мысль о нем была. 2 я сейчас играю, мне понравилось, 1 мне на папире тоже понравилось. У меня подозрение 5, 7, 9. И у вас время, спасибо, минута 4. Отличный игрок номер 2 и номер 3, играю с вами. Шикарно. Это то, что я хотел сказать. Я сейчас ночью думал, сейчас кого-нибудь стрельнут. У меня что-то, может быть, поменяется в голове, но пока что нет. Короче, я подозреваю, что команда черных — это 5, 7 и 9. Я сейчас объясню, почему. В первую очередь, игрок номер 5 взял команду 5-0, что уже странно, да? Непонятно, зачем, почему, хотя как бы речи были нормальные. Я думаю, что вы могли бы взять какую-то другую команду. Тем более, что вы вообще сказали, что 1 балл у вас вообще покраснее. Как? Вы сказали, что 1-2 покраснее, взяли 5-0. Окей. Теперь 7. Вы дали очень странную позицию, дали очень странную речь, и в конце своей речи сказали: беру игрока номер 5. Все. Что? Каким образом? Из всего стола поговоривших 5 дал самую странную позицию. То же самое и 9. Вы тоже присоединились к семерке, взяв 5. Это очень странные команды. И я поэтому подозреваю вас троих. Пас. И у вас время. Самый спасибо. Лучший игрок номер 4 нашел вторую. Минута 5 и фол. Все правильно, все отлично. Так я и понял. Сейчас вот, слушайте, мать, все мои черные, сейчас все с мной разбегаются. Все как начали 2-3-4 делать, все так и делаем. Я попилюсь, я подумаю, что я попилюсь из моих черных, чтобы сидим встать, чтобы мой один черный доехал, который уже разбежится. Кто-то сломает. Я поищу шерифа сейчас. Я скрыл с моей черной проверкой. Я подумаю, поищу. Пока я играю с один. Единственный, кто тут. И против 8. 2. Считала 5-го самого черного, даже руку не поставила за подъем. Лучше разбегайтесь, кстати. 8 мы это вот. Поварит игрок номер 8. Другой сказал, 8 не проверяйте. Он руку за подъем поставил. Молодец. 10 секунд. Сам красный 8. Потом первый. 2-3-4 тройка. А я 4-й маф. Спасибо, пас. Спасибо и вам, минута 6. Так реально самый красный 8 или это шутка? А почему? Смотрите, я показывал на прошлом игре, на прошлом раунде проверка 7, потому что, как мне показалось, 7 больше всех начала продавливать версию про то, что 1-2 могут быть вместе, и поэтому, если бы она нашлась, например, красной, то между 1-2 по-любому есть черный. Если она находится черный, то 1-2 по-любому красный. Вот то, что я подумал. Поэтому А8, он, короче, в начале своей речи начал говорить про то, как ему понравилось аргументы 7, но в итоге 7 не взял. Поэтому я подозреваю 8. Я думаю, между 7 и 8 есть один черный. 1-2, у меня 1 до сих пор будет покраснее 2, но тоже 1-2 до сих пор серый, каких-то красных ходов. Оба, один выставил 5, второй, кстати, тоже. 10 секунд. Второй тоже, кстати, влез в 5. То есть... Ну да, игрок номер 5, на вас сейчас достаточно идет атаки, может вы просто чья-то черная проверка. Поэтому, потому что никакой защиты до сих пор у вас не было. Давайте так. И у вас время, спасибо, минута 7. Я не понимаю, как вы расставляете акценты между 1-2, потому что 1 пилился с 5, и 2 сейчас выставляет 5. Кстати, 5 пока единственное выставлено за столом, игрок номер 5, вам на заметку. Ну хорошо, но пока никто не выставлен. Поэтому как можно делать различия между 1 и 2, я не понимаю, не вполне могу быть в одной команде, причем в любой. Потом вы говорите, что если 7 проверится красной, это ничего не говорит о цветах 1 и 2. Если 7 находится черная, это другое дело тогда, и 1 и 2 скорее всего будут красные, но я красная. Потом игрок номер 3 вы не заметили, потому что я сказала, что я поиграю с 5, но не против 3, 4, 6, потому что рассуждения 3 мне понравились, рассуждения 6 мне понравились, просто команда у меня не подходящая. Я не считаю 1 и 2 покраснее, поэтому нечего мне тут разворачиваться. 4 слишком тут присоединяются. 10 секунд. 4 позиции сильнее, чем. Поэтому я бы его таким вот уж прям красным не называла. А защиту 5 я действительно не слышу до сих пор. И у вас время. Спасибо. Минута 8. Нет, чем я считаю красный игрок, она действительно сказала, что играть не против 3, 4, 6. Вот, но взяла 5, а 6 я вас считал красным, а сейчас вы странно рассуждаете. Вы въехали в 5, и сейчас сказали, что вы единицу подозреваете. Я поставил за 1-5 подъем за обоих, и вы, по-вашему, 8 странный игрок, то, что он наехал на 4. То есть, как вы представляете себе черную игру? Сидит черный игрок, хорошо поговорившего красного игрока, он топит.
То есть не в подозрительного, не в того, кто город подозревает. То есть берет такой черный игрок, глупый, и начинает хорошо поговорившего красного игрока топить. Выставляю игрока номер 9. 9 для меня, 9. Для меня подозрительный игрок. Я больше всего подозреваю 5, 9, 10. Вот мой вектор атаки, самые подозрительные для меня игроки. 3, 4, 6, вы хорошо рассуждаете, я с вами продолжаю играть, хотя вы меня подозреваете. 7 я считаю красным игроком. И поговорила она сейчас прекрасно, и аргументы у нее были хорошие. И у вас время. Спасибо. Игрок номер 9, один фол минута. Меня так поражают люди, которые перебирают речи просто вот тем, что они эмоционально сильнее, они могут это проводить. У нас не будет по пиву 5-2, вставляю 8. У нас будет принято по пиву 8-9, если я вам так не нравлюсь, потому что мне кажется, что это очень черный игрок. 8 не пилится. 8 пилится, еще как. 8-8. Так, смотрите, у меня все очень сильно перевернулось. 8 черный, 8 очень черный. Я ничего не проверяла, вы не слышали его речь? Он перебрал речь шестерки. Он поставил руки за подъем 1-5, когда на 6 сказал, что у него 1-2 сейчас просто за скобками серый покраснел. Он говорит, что у шестерки один такой черный. Это, ну, дальше. Он на прошлом кругу четверку въезжал в 4, сказал, что у него очень плохие аргументы. 4 это вообще не услышал, то, что тоже для меня очень странно. 4 это просто пропустил мимо ушей. Да сломают попил, вы ничего не понимаете, что ли? Будет слом попила. Стоит 5, 9, 8. 10 секунд. Хорошо, выставьте 2. Хорошо, кто угодно, у нас был мистер. Время, спасибо, минута 10. Сломают 5 или 2 человека. Короче, попил лучше один озвучить, потому что я тут ошибусь. Окей, выставляю 2. Принято 2. Так, что я хотел сказать. Я вспомнил один момент, что у нас 5 очень часто играет на разноцвет. И вот даже была ситуация, когда он действительно был шрифом, но все его считали лжешрифом. Вот, и поэтому я могу понять, почему 7 и 9 по нулю его защищали, потому что, ну, это для него свойственное вполне поведение. Нет, я сейчас не защищаю, я просто по нулю 7 и 9 условно защитили 5. Все, с этим разобрались. Дальше, игрок номер 8. В прошлом кругу, что я, что 9, отметили странный аргумент по поводу 4, и вы за это сразу же въезжаете 9-10, объединяя нас в команду. Ну, хорошо, ваше дело, но я этого совершенно здесь не вижу. И у вас время, спасибо, минута 1. Так, ну смотрите, 8-9, вы тут активно развели такую вот войну, хотя лучше было бы, если бы, конечно, 5 выбрал с кем принять, 5 даже вам показал, выставите, да, вы сказали то, что хорошо, я выставлю 2, и тут началось, 8-9-10. Теперь, 8-9 шериф не проверяет ни в каком случае. Почему? Потому что это подготовка под вскрытие и все такое. Если там шериф, то он сам себя проверять не будет, и свой против этот, у него уже какая-то проверка есть. Логичнее было бы пилить 5-8 в этом случае, раз такая заявка в 108 точно черный. Это прям великолепный был бы попил. 5, вы хотите с 8 попилиться? Вас устраивает? 8 говорит, что он не пилится. Это может быть под вскрытие, так что все, без проблем. Ни 8, ни 9 не проверяется, пилится 2 и 5. Как вы первоначально планировались? В 5 голосуют. В 5 голосуют игроки. 7, 8, 9, 10, 1. Вы ставите, мы все ставим руки в 5. Остальные сидят, 2 выставлены. Ну а вы себя поставите руку. Ну, тоже так. И у вас время. Да? Спасибо. И мы переходим на голосование. Убрали руки, локти с игрового стола. Не жестикулируем. На голосование выставлены игроки. 5, 9, 8, 2. Голосуются в порядке. 5, 9, 8, 2. 5. То за то, чтобы город покинул игрок номер 5. Господин Бубка, я вам ставлю вторую фул за цыканье. Сейчас во время голосования, прошлое голосование, я сделала вам предупреждение. 5 голосов, спасибо. 9, кто за то, чтобы город покинул игрок номер 9. Спасибо, это 0 голосов. 8, кто за то, чтобы город покинул игрок номер 8. Спасибо, это 0 голосов. И поставьте оставшиеся 5 голосов, уходит игроку номер 2. Автокатастрофа 5-2 по 30 секунд. Господин Циник, 30 секунд. Хочу перевести 2, но даже не оставляет шанса быть красным. Кровь попалась. Даже проверить с красным, это очень плохо. Получает 2 красным.
слушал, красная игрока 2 ее понесли. Я считаю... После не сострела я сделал все возможное, чтобы 2 сломала, она не сломала. Фол, господин Зиман. Фол, она будет сломать, если она. А все руки, да. 5 секунд. Да, выстрел 5. Пусть она черный сломает 2. И у вас время, спасибо. А госпожа Ким, 30 секунд. Я черный, не ставлю себя руку, ставлю 8, 5 голосов уходит в вас. И вас сейчас уже не подозреваю. Я думаю, что 8 просто самый черный игрок за столом. Команды 5, 7, 9 нету. Объясняю почему. Потому что 7 для меня очень красный игрок. Если у вас есть какие-то претензии 7, это вы задавайте мне. Для меня нет просто типа двух черных, 7 и 9. Для почему еще подозреваю 8? 8 сказал, что 9, 10 это 2 черных игрока. Вы серьезно? 9, 10 нету, 2 черных игрока. Максимум 9, 10 секунд. Может быть 1 черный. Я этого допустим. Но чтобы 9-10 были вместе черные, такого нет. Поэтому я максимально черный. Время. Спасибо, не продолжайте. Мы переходим на повторное голосование. Прекратили жестикулировать, убрали руки локти с игрового стола. На голосовании игроки 5-2 голосуются в порядке 5-2. 5, кто за то, чтобы город покинул игрок номер 5. Спасибо, это 5 голосов. И 5 оставшихся уходит игроку номер 2. Кто за то, чтобы оба игрока покинули город. Этого недостаточно, город уходит в ночь. А коварная мафия достает пистолеты и выходит на охоту. Мафия проходит мимо игроков. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6. Номер 7, номер 8, номер 9, номер 10. Мафия удаляется, просыпается Дон Мафии. Дон ищет шерифа. Дон получает проверку и засыпает. Просыпается шериф. Шериф ищет мафию. Доброе утро, город. Утро недоброе для мафии. Еще один дома. Стол открывает игрок номер 3, господин Фантом. Ну, я вспомнил ваш аргумент по поводу игрока номер 2. А? 10 раз. Шериф молчит. Какие? 7 красных, 2 черных. Кстати, по поводу аргумента, что 2 не сломала, и лучше сделать. 2 спасает попил, где стоят 2 черных, и она одна из них. Она вполне может не сломать. Или 2, 3. Выставляю игрока на 2. Это провокация. 2 красные, 3 черные. Фантом, дизель, это фол второй. Выставляю игрока номер 2. 2 принято. На самом деле надо выставить игрока номер 8. 10 секунд. 2, 3. Ну, 2 красные, 7 тогда получается красный и 5 получается у меня красный. 7 почему красный? Это 2 пришло. И у вас время, спасибо, минута 4. Так. В это провокация или вы запутались? Я не понял, потому что я посмотрел на вашу реакцию 9,7, и вы как будто бы показали ему, что... Вы что? Что? 7, красный, 3, черный. Я понял. Но он сначала показал другие проверки! Попил, да, я так понял, уже попил 2-3. Выставляю игрока номер 2, выставляю игрока номер 3. 3 принято. Так, пока что... Фу, я не знаю, кому шерифу веришь. Я подозревал, что 5-7-9 играют в команде. Но теперь у меня еще есть еще одна версия, что 7-8-9 это команда черная. А если я халай махалай там дала? 10 секунд. Проверки кидаешь каждую ночь. Перед сном. Ой, перед ночью, да. Все, и у вас ладно, время, пас. Спасибо, минуты 5. Мне кажется, все просто очевидно. Я же просто ждал, мне сказал, так. Нет. Ну,
Почему нет два приоритета? Вы сказали, два красных приоритета. У меня нет приоритета два. Только 10 красных, я ночью, у меня сдал, скажем, пятый шериф. Ну все. Восьмой шериф, он стоит как закладенный, ну, сейчас игроков по нулю, играю 8. Принято 8. А, может быть 5 игроков вообще. Какие проверки? У меня 10 проверенных красных. Пол второй в ким. 10 у меня сдал. 3 проверенных красных. Первый, значит, проверить 3. Зачем еще проверить 3? Еще проверил 10. Ну, меня подозревало, потому что он говорил. Вы по нулю играли с 10. Я еще спросил, почему. Второй фол ведьмак. Я не играл, не сказал, почему. Без артикуляции. 10 секунд. Надо проверить 11 кет. И у вас время. Спасибо, игрок номер 6. 7-9. Господин циник, фол за задержку речи. Минуты 6. Короче, у вас проверка 10 красных, 3 красных. У второго 7 красных и 3 черных. А кого в первую ночь проверили? 7 красных. А что 9 вы сказали? Если 9 играл 7. Кстати. Попил кто 3-8? Так, ну давайте я сейчас поговорю. Я не знаю, кто из них шериф. Проверка 10 в первую ночь мне кажется странной, потому что цвет 10 ничего не дает. Проверка 7. Ну, как минимум, я просил проверку 7. То есть это хоть что-то. Десять секунд. Не знаю, у меня нет никаких мыслей. Кто может быть шериф? Проверки никаких цветов. Что? И кто? Что? Кто? Нет, ну, и у вас время. Не одна из проверок. Ибо не продолжайте. Минута 7. У меня как раз больше определенности у шериф, потому что если 5 шериф, ну кто у него черный? Ну 8. А дальше? Вот я красная. Больше. Тут... Нет, даже не вздумайте говорить, что я черная. Потом 9 наезжала на 8, то есть 9 должна быть 5 красная. 10 у него красная проверка, 1, 2 у него красные, 3 у него красная проверка. Кто остается? 4, 6? Ну, 1, ладно, допустим. Вот 1 у вас черный, он с вами делился, хорошо. 1 черный, то есть 8, 1 и кто-то между 4, 6. А они тут сидят неопределенные. А когда 8 шериф, у меня нормально все получается. 3 черный, 5 черный. Я красная, 2 красная, потому что не ломала, 1 красный, потому что пилился с 5 черный. И остается найти кого-то черного между 10, 4, 6, а 10 очень хорошо вписывается в эту черную команду. 10. То есть у меня 8 больше шериф. Выставляю, вообще, ладно, 9. 9, смотрите, 9 говорила, что 3 у нее черный. Она писала и в одну команду 3, 8, то есть 9 красные. Мяс, спасибо, игрок номер 8, 2,5 минуты. Доброе утро. В общем, у меня все логично. 7 просили на проверку. Вы подозревали 7? Вы не подозревали 7. Ладно. Но вы слышали, что когда я проснулся, вот 7 я не поиграл, 5-7 я не играл по нулю. 7 просили на проверку. На своей речи я окраснял 7, я ее проверил. Просили на проверку, я ее проверил. Я ее подозревал. 9 просто жестко играла против меня, поэтому я ее так подозреваю. Но я считаю действительно... Кто-то отметил, что между 9, 10, 1 черный. Да, вероятно, между 9, 10, 1 черный. Это скорее 10, чем 9, потому что команда, с которой я играю, настаивает на том, что 9 красный. Я могу допустить, что 9 красный. Я думаю, что 1 красный, потому что удобную для подозрения двойку 10 он окраснял, он ее провоцировал, она не повелась, она сыграла по красному и на мою провокацию она не отреагировала. 2 красный игрок. То есть 2, 7. У меня красные игроки точно 9, ну настаивайте на ее красной. И у вас время. Спасибо, игрок номер 9, 1 фул минута. Выставляю 10. 10 принято. Скажет, попил 3, 10. У меня там собака, что-то ее запись куда-то кинули. Смотрите почему. Потому что... 3, 9 из-за собаки, конечно. Нет, я-то красная, а вы уже со стрелицей второй круг не можете, мне вас жалко просто, поэтому... Да, давайте стреляется 9. Вот не промахнитесь, там уже стрельните, пожалуйста, а то вы что-то как-то. Ну а вы сидите просто все далеко, я понимаю, вам не пересвечаться всем. Короче, смотрите. Стреляется шериф. Да, все, стреляется шериф. Ну,
смотрите, я играю со шрифом 8, значит, играется 8. Правильно? У нас команда получается 3-5, скорее всего, 10. 10 мне не нравится. Попил 3-10, потому что пускай шрифы сидят, там сами разбираются, если им так это надо. Это получается, в 3 голосуют 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, вы сами, короче, скажите, да. Я запуталась. Не продолжайте, минута 10. Так, я даже не знаю, что сказать, я просто сижу, я уже запутался в крае, мне как-то стало скучно, и на самом деле неинтересно. Вот. А у нас сколько шрифов? 3-4. Я уже просто со счета сбился. 5 шрифов. 1 шриф? Вот тут я еще видел шрифа. 8-7. Кто шриф? Нет? Ну там показывали, проверка такая, проверка такая. Ладно. Хорошо. Так, предлагалось стреляться шерифа 9, а давайте еще стрельнем шерифа 7. Вот мне так больше нравится. Хороший? Хороший вариант. Попил. Какой в итоге? 3. 10? У вас просто пальцы. Хорошо, окей, как вариант. Попил. А у кого 3 была черная проверка? Так у нас же шериф 5-1. А у вас? 10 секунд. Блин, а вот вспомни, как вы говорили, на 1 апреля посадили там сколько, 10 красных за стол. Ощущение, что тут сейчас 5 шрифов сидят. 5 шрифов, 5 донов. И у вас время, спасибо, игрок номер 1, 2 фала минута. Выставляю 3, выставляю 10. Выставлено. 6 по 10 голосуют в 3, остальные голосуют в 10. Все замечательно. Теперь шериф у вас 7. 7, вот вам дон нашел шерифа, что вы рассказываете. Дон нашел шерифа, шериф 7. Я видел, как она показала восьмерки. У меня проверка 3. Он почему 7? 7 никто не просил на проверку. 7 это шериф, нормальный шериф, который сейчас проверит. Между 1 и 10 любого я вскрыл вам шерифа. Но почему я вскрываю шерифа? У него 2 черных найденных. Последний черный вот только что сказал, что он шерифа вам нашел. Я-то видел, семерка вскрывается. А вы-то откуда знаете, что она шериф? Поэтому я и говорю, что 10 это дон, который нашел шерифа. Все, спокойно, стреляйте 7. Все нормально, пусть они 7 застрелят наконец-то. 5. Я вас сколько раз спросил, почему 10 красный? Почему 10 красный? Вы пойдете 10 проверяете. 10 секунд. Почему? Что это за заруб 8-9? Вот что, 8 точно черный, а на следующий круг. Ну, я ничего не говорил. Пилятся 3-10, мафия ломается, но в любом случае шериф застрелится и проверит, либо меня, либо 10. Спасибо, игрок номер 2, 2 фала минута. Ой, ночью 10-й игрок сидел и подпевал прям песенку активную, я дом. Вот, но мы почему-то посрались. Ладно, хорошо, смотрите. Пил. Ага. Ладно, можете фол поставить, я на следующую речь помолчу. Нет, просто вы выбираете выражение. Хорошо, я понимаю, простите. А что он сказал? А неважно. Вот не услышал, хорошо. Ладно, попил 3-10, да, 6 по 10 голосуют 3, я голосую 10. Вот команда 3-5-10. Я, получается, ехала в 5 только. И сказала, что между 9-10 есть 1 черный, а не 2 черных. И, скорее всего, 10, чем 9. Вот только в 3 нашла. Ну ладно, все нормально, все хорошо. Спасибо, папа. Спасибо и вам. И переходим на голосование. Убрали руки, локти с игрового стола, не жестикулируем. На голосование игроки 2, 3, 8, 10. Голосуются в порядке 2, 3, 8, 10. 2. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 2? Спасибо, 0 голосов. 3. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 3? 1, 2, 3, 4, 5 голосов. 6? Да, 6. Да, он очень поставил. 8. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 8? Спасибо. 1 голос. И 3 голоса уходят 10-му игроку. Игрок номер 3, ваш экранин. Я постараюсь сделать следующую игру более интересной. Сейчас пойду, мне помочь собачку чуть-чуть. Спасибо, пожалуйста. Спасибо и вам. Покинул новый город. Номер 5, номер 6, номер 7.
Убита игрок номер 7, госпожа Мирова. Все, я шериф. Первую ночь проверила 8 красных, вторую 3 черные, сейчас 10 черных. Ну, 10, да, действительно. Ну, а кого? Один, зачем его проверять? Вот один красный. И тогда 10 мы выносим просто наугад. Нет, короче, все, черная команда вся найдена. Опять какая черная команда? 7, 8 и 1. 7, 8, 1. Такая вот команда, да, я застрелилась. Красного сняли, да, я застрелилась, теперь... Нормально, да, можно пилить. 8, 10, например. А потом снимать по очереди. Сначала 5, потом 1. Игра закончится. Ну, все, короче, спасибо. Спасибо и вам. Попрощаемся с игроком. А стол открывает господин Морс. В смысле, зачем пилить 8-10 и потом 5-1, если можно пилить 5-10? А, мы еще в баланс играем. Нет баланса. Все. Ладно, стреляем на номер 5. 5 принято. 10. Ну. Потом он выставит 10. Или Булька выставит 10. Булька. Ладно, получается. Что у нас? 5-7. Ой. Тьфу ты. 5-3-10. Да-да, я понял это. Забавно, я, конечно, шерифа втопил. Вообще весело. Молодец. Ким. 10 секунд. Ну ладно. Так уж. И вам спасибо, минуты 5. Нет, второй вещи подавить, не нужно продолжать, я не дон. Давайте заканчивать. Потому что тут по счету, да, уже металлические проблемы. Попил, потом, да, я говорю, я не вижу просто ряд других. Кто не состерялся? Просто. Ну, давайте вы там. Да, после этого состерялся. Ким, это третий фол. Попасть в статику, это просто... Ну, если вы решаете назад, так, значит, вы так решаете. Да, мафия сдается. Ну, просто, типа, он сказал, что, типа, все... Победа красных, мафия, игроки 3, 5, 10... Даже если попили это 1-8, даже в этом случае красные победят. Даже в этом случае. Даже 1-8 попили, ты поднимешь. А зачем? Почему не пили сразу двоих? Тут без разницы. Так вы же сказали, в баланс не играем. Какой? Нет баланса. Все, ну, я для меня все ясно. Если две версии, то баланс. Не важно. Мы поднимаем. Просто почему это есть? Раз, два, три, четыре. Без разницы. Хоть 1-8 пилить. Это потом все равно красный победили. Тут вообще надо играть на любой. Надо играть на любой. Я помню случай, когда в Бите я был черный.